Вот я из числа врачей, которые работают с детьми. Хочу с вами поделиться соображениями о том, что сегодня из себя представляют новые тенденции в оказании паллиативной помощи детям. Посмотрите на эту цифру. Диана Владимировна говорила о взрослых, называя цифру 800 тысяч, если я не ошибаюсь, тех, кто получил паллиативную помощь, взрослое население в нашей стране в прошлом году. 800 тысяч. На экране за немногим 26 тысяч. Конечно, нас радует, что паллиативная помощь детям оказывается не в таком большом масштабе. Это говорит о том, что дети в нашей стране благополучно растут, развиваются, не являются неизлечимо больными по большинству. Но если такой сценарий здорового детства в семье не достался, тут вот мы с вами должны вспомнить о некоторых очень важных вещах. Понимаете, не утопая в суете заказа медизделий, поиска лекарств, льгот, я не знаю, поездок на дом. Товарищи, это механизмы, это инструментарий. Задавайте себе вопрос, и я себе его задаю. Мы сейчас делаем что? Для кого? Что является мерилом успеха, мерилом неудачи? И здесь термин «пациент-ориентированная помощь» долгое время нас спасал. Об этом говорит министр здравоохранения во многих своих выступлениях, об этом говорят чиновники. Мы сегодня живем в понятии пациент-ориентированной медицинской помощи. Что это означает? Видеть потребности, уважать их, откликаться, принимать решения с учетом того, что пациент хочет, законный представитель хочет. Ну, что тут добавить? Это справедливо, и мы будем в этом подходе дальше идти. Мало времени у меня, поэтому я только показываю вам, что пациент-ориентированный подход, не детализируя каждый из принципов, это, повторяю, уважать потребности пациента и его ближних, в детском случае это прежде всего его матери, давать эмоциональную поддержку, информировать родителей полноценно, хорошо, не искажая, не давая ложных надежд, не пугая, понимая, сколько может за один раз взять информация, и обучать родителей навыкам ухода. Вот этот слайд показываю часто, потому что вот два флажка здесь, они условно показывают вам, как мы работаем с первичным звеном. Если наверху шахматный флажок – это специализированный паллиатив, это службы и люди, которые работают только паллиативную работу, других функций у них нет. А внизу розовый флажок – это первичная паллиативная помощь, которую оказывают врачи-педиатры, врачи общей практики, где они есть, фельдшера. Да? И вот по этой дороге мы ездим друг к другу. Мы должны знать, что наши коллеги из поликлиник себе планируют. Мы должны знать, что узкие специалисты могут ребенку дать. С другой стороны, мы принимаем тех пациентов, которые они нам направили. Если ребенок живет в детском доме-интернате, это его дом, товарищи. Они там все зарегистрированы, как мы зарегистрированы на своих домашних адресах. Это его дом, но детство его вот такое особенное, тяжелое, деформированное детство. Значит, вокруг этого ребенка выстраивается целая группа медицинских и не только медицинских организаций, которая должна учитывать его потребности и интересы. Но в последнее время заговорили о термине человекоцентричной или человекоориентированной паллиативной, ну и вообще в целом медицинской помощи. Смотрите, что важно. Мы должны ориентироваться не только на того, кто помощь получает, мы должны еще понимать с вами, что хотят люди его ближнего окружения, это понятно. Но, товарищи, еще третье звено. Что хотят те, кто оказывает помощь? Интересы тех, кто оказывает помощь, медицинских работников, профессионалов, психологов, социальных работников, должны учитываться. Если эти интересы не учитываются, возникает когнитивный диссонанс, возникает моральный дистресс, когда ты делаешь не то, что считаешь внутри себя нужным делать для пациента. И вот эта человекоцентричная медицинская помощь, вы начнете о ней читать все больше и больше, этот термин заходит в нашу профессиональную жизнь, и он говорит нам, человек – это больше, чем букет из симптомов и состояний, и органов. Человек – это многомерное явление,
И человеком в нашем виде помощи является не только пациент, и не только те, кто рядом с ним, его ближнее окружение, мы с вами человеки тоже. Значит, интересы медицинских работников обязательно должны учитываться. Не в этом ли корни кадрового дефицита в медицине, не в этом ли корни выгорания медицинских работников, что, ориентируясь на интересы пациента и семьи, мы совершенно выносим за скобки интересы тех, кто эту помощь генерирует. Подумайте об этом. И вот здесь, говоря о моральном дистрессе, это то, что известно каждому из вас, у кого есть свои паллиативные пациенты. Я цитирую вам совершенно недавнюю статью, январь 2022 года, о том, что удовлетворение интересов детей может противоречить интересам семьи и команды медработников. Хорошо, если достигается консенсус, но это не всегда так. И это рождает дистресс или этические проблемы из-за контраста между тем, что должно, и личными ценностями. Кого? Медработников. Я не буду вам иллюстрировать кадровый дефицит в медицине, потому что он известен каждому из вас и особых пояснений не требует. Человек в состоянии морального дистресса может находиться ограниченное время, но пределы резистентности у каждого индивидуальные, они наступают. И говоря о том, что такое сегодня человекоцентричность, да, конечно, нам очень важен пациент. Ну, конечно, да, и родители, мы от этого не отказываемся, но мы просим, давайте еще, пожалуйста, думать о тех, кто оказывает помощь. Он тоже, этот человек, заслуживает нашего особого внимания. Посмотрите, что часто нам бывает нужно проговорить с родителями. Я внизу зачеркнула жирным фразу «Я знаю, как вам надо». Моя коллега, которая будет выступать сегодня, Ольга Васильевна Осетрова, очень часто эту фразу комментирует. Это очень древняя, старомодная, патерналистическая модель, когда врач давлеет, доминирует и говорит: «Я вам сейчас расскажу, вот что вам нужно на раз, два, три». Очень сложно и трудоемко разговоры разговаривать с теми, кто не очень хорошо слышит, понимает, имеет особенности. Мамы тяжело больных детей очень часто изнурены, и их характер восприятия ваших речей, он не такой, как у здоровых молодых женщин. И, соответственно, когда нам нужно проговорить ЭВЛ на дому, или гастростому поставить, или морфин назначить, обычные вопросы паллиативной службы, или спланировать, где ребенок из жизни уходить будет, потому что это совсем скоро, или же как достать необходимое лекарство, вот это все можно в парадигме пациент-ориентированности делать, но лучше делать в парадигме человека-ориентированности, понимая, что тот, кто проводит этот разговор, должен быть вооружен от возможной психологической травмы при этом разговоре. Те из вас, которые работают с жалобами населения, с обращениями матерей, с недовольными мамами, папами, вы должны понимать, что то, что пришло в виде жалобы, очень часто является отсутствием человекоориентированного подхода к медицинским работникам, оказывающим эту помощь. Почему они нас не слышат? Вопрос, на который никто не даст однозначного ответа, но, наверное, по ощущениям это известно многим из тех, кто в зале сидит. Очень много версий, почему они нас так плохо слышат. Мы даем слишком много сложной информации. Посмотрите на эти картинки иллюстрирующие. Родителям проще отключиться, чем пытаться понять какой-то ужас. Ужаснейший из терминов обилия, каких-то условий, инструкций, приказов и так далее. Значит, слишком сложно. Непонятная терминология. Или вот мы вчера с сотрудниками Минздрава обсуждали, что к чиновнику приходит семья за эмоциональной поддержкой, а чиновник, который ограничен временем и инструкциями, он стремится на рациональном, интеллектуальном уровне проблему решить. Семья понимает так, что чиновник – сухой человек. Чиновник понимает так, мама – эмоционально не сдержанная женщина. Родится ли здесь взаимопонимание? Да? Соответственно, еще один такой риск, правая картинка. Вот видите, тут народный какой-то акын, я не знаю, как его назвать, гусляр, да.
иногда слишком иносказательно. Мы хотим не повредить психику матери, издалека что-то такое, какими-то полунамеками, синонимами, какими-то эвфемизмами пользуясь, чего-то такое намекаем, а, в общем-то, западные наши коллеги говорят, скажите матери, что ее ребенок умирает. Вот сейчас скажите слово «смерть». Не надо ходить 8 раз с синонимами, потому что она думает, что вы все еще спасаете ребенка и ведете его к выздоровлению. Есть такое понятие, вам известное, как эмоциональный интеллект. Его основные колесики, шестеренки здесь вы видите. И каждый из нас должен работать в отношении укрепления этих сторон своей эмоциональной жизни. Врач не может не ухаживать за собой в этих отношениях. Показываю вам очень поверхностно, нет времени на глубокий анализ, что многие страны, свое законодательство и в стандарты, вот Австралия, например, ввели пациент-ориентированную коммуникацию и совместное, подчеркиваю, совместное принятие решений. Вот оно, это совместное принятие решений, когда вы проходите через поиск оптимальных ответов вместе, а не вместо родителей пациента, не даете готового рецепта в первые секунды вашего разговора. И когда мы говорим о человекоцентричности, я вас очень и очень призываю читать об этом, потому что это результат очередного витка развития медицины. Мы говорим в этом термине о вовлеченности тех, кто получает помощь. Он не должен быть пассивным страдающим объектом, он должен быть активно коллаборирующим с вами пациентом или мамой. Мы говорим об объединении интересов тех, кто помогает, и тех, кому помогают. Мы говорим о сотрудничестве. В этом легко работать, в этом нет морального дистресса, в этом нет внутреннего раздрая, в этом можно оставаться, не уходя с работы, не уходя с медицины, в какие-то иные сферы профессионализма. И справа наверху, посмотрите, ну, слушайте, ну это же так просто понять то, что имеет значение. Нашему пациенту совершенно безразлично, какие законы, какие пункты ограничивают чиновника или лечащего врача. Врач должен понять, а что для этой мамы интересно, что для этого пожилого человека интересно. Я знаю одного из своих коллег, который из последних сил в конце жизни переходил изо дня в день, потому что ждал приказа о зачислении своей внучки на первый курс медицинского вуза. Он умер, этот мой коллега, через 2 дня после того, как приказ появился на стене университета. У людей есть свои неведомые вам пункты того, что для них имеет значение. Для нас это может быть совершенно иным. Ну вот, например, для тех, кто в стационаре работает. Посмотрите, пожалуйста, что нам предлагают коллеги зарубежные из дизайна как важные вещи. Значит, идти по больнице и не запутаться. Иметь возможность выйти на воздух. Ну, знаете, внутренний воздух медицинской организации. От него очень хочется выйти на свежий воздух, да? Можно или нет, кто ко мне придет, чтобы они будут рядом со мной. Уникальная для меня строка, загадочная. Одежда пациента, сохраняющая его достоинство. Да? Всегда ли это у нас так? Реанимационное отделение, где искаженные злобой сотрудники рассказывают о том, что никакой одежды сейчас никто здесь носить не должен. Ну и так далее, и так далее, и так далее. Этого много. Из того же отчета, о котором говорила Диана Владимировна, это очень профессионально сделанный доклад на 300 респондентов. Что это такое? Это телефонные звонки, инкогнито. Мы не знаем фамилии людей, кто отвечал, но это мамы и папы, бабушки тех детей, которые получают паллиативную помощь в России. Смотрите, пожалуйста, что они сказали. Физически нашему ребенку от паллиатива лучше в 70% случаев, психически, духовно – ну, будем считать, 60, да, у половины ответ такой был, в обществе нам проще стало после того, как паллиатив нами занялся. Но разве это не ценно? Но это, наверное, вот, ну, за плечами многих из вас, из тех, кто стоит у постели этих пациентов и бывает у них дома, это вот вам говорят, это вы делаете, это вашими руками так получается. Родительская оценка паллиативной помощи детям. Справа, посмотрите, ну, 5-бальная школьная система. Наивысший балл
5. Значит, родители, у которых есть паллиативные дети, паллиатив на дому оценили на 4,1, в стационаре на 4,2. В 2021 году оценки были выше. Наверное, мы приходим к объективизации, как мне кажется, Диана Владимировна. Мы приходим еще и к совершенствованию расчетов. Дело в том, что эта же работа такая была впервые начатая, да, и опыт первого года, да, мы его немножечко изменяли, ну, там, в структуре вещи, опроса. В структуре опроса в том числе. Ну, я считаю, что и объективизация, и улучшение методики проведения оценки, но вот то, что вам рекомендовано делать в ваших территориях, где вы работаете, я присоединяюсь. Вы должны спрашивать все время, вам нравится, ну, извините, пусть это цинично не прозвучит, но когда вы сидите в хорошем ресторане, к вам 2-3 раза подходят с вопросом, все ли хорошо. Ну, не посчитайте меня циником. Вы подходите к мамам с вопросом, нравится ли, все ли отлично, нет ли каких-то замалчиваемых дискомфортностей, они обязательно выстрелят. Удовлетворенность работой выездных. Посмотрите красные, пожалуйста, цифры. Ну, это же очень высокие, очень щедрые оценки, которые родители дали тем, кто работает с ними на дому. Значит, это им нужно и это им полезно. В нашем деле паллиативном очень много хлопот, очень много трудозатрат персонала связано с передачей медизделий на дом пациентам. Ну, всем известен приказ, который позволяет это сделать, 348-й. Посмотрите, как это работает в России. Это общероссийская статистика. 13 тысяч детей наблюдались выездными. Из них половина получили медизделия для использования на дому, красная цифра. И, ну, наверное, половина от половины – это медизделия для респираторной поддержки. То есть это широкая река материальных ценностей, и многие из вас умеют эту реку правильно направлять. Вот посмотрите, пожалуйста, как мы растем. Ваш Северокавказский федеральный округ внизу слева – это всего лишь навсего 8 отделений выездной патронажной паллиативной медпомощи. Мы, конечно, вам советуем расширять эту сеть. Посмотрите, пожалуйста, что у нас с обеспеченностью выездными бригадами. Это показатель, который контролируется дорожной картой. Вот эта цифра 0,4, Российская Федерация, а Северный Кавказ, второй с конца, у вас 0,2. Соответственно, эту цифру надо всемирно увеличивать. Два слова в отношении ИВЛ на дому, буквально два слова. Посмотрите, какие объемы. Какие огромные цифры, ведь для того, чтобы эти дети оказались дома, каждому из них нужно дать немало техники и расходников. Вот эти все дети раньше, до появления паллиативной помощи, занимали бы реанимационные койки или бы имели летальный исход. То, о чем мы не часто говорим, почему ребенок и его родители умирают дома, в старой парадигме такой советского периода смерть на дому – это всегда недоработка. Да, так мы считали. Но сегодня, когда мы говорим о пациентоориентированности, о человекоориентированности, мы понимаем, что многие семьи могут предпочитать смерть на дому. Потому что они доверяют тому, что в медорганизации кто-то будет проявлять сострадание, соучастие. Потому что они видели, как не учитывается личное достоинство и возможности выбора не предоставляются. Они хотят не пускаться в это опасное путешествие, выбирают быть в известной им среде на дому. И сложные родительские решения в конце жизни, они, как правило, окрашены вопросом реанимационные мероприятия, да или нет, в конце жизни, и аутопсия, да или нет, после ухода ребенка из жизни. Вот поэтому те дни памяти в российских детских хосписах, которые практически все наши хосписы детские реализуют, вот один из таких дней, это московский детский хоспис, когда братья, сестры пишут на шарике, что они хотят написать своему уже неживому брату или сестре. Все это в небо уходит. Мы на следующей неделе будем в Казани, где, пожалуй, одни из первых команда Казанского детского хосписа научилась делать такие дни памяти, очень серьезные, очень человекоориентированные.
Посмотрите, сколько сегодня детских хосписов в России. Они все выросли за последнее десятилетие. Мы ждем открытия в Перми и в Уфе. И мы очень хотели бы, Елена Михайловна, ну, может быть, увидеть на Северном Кавказе хотя бы один детский хоспис, потому что у нас на территории страны нет ни одного хосписа на Дальнем Востоке. Это понятно, потому что это территория огромных сложностей и вызовов геоэкономических. Но цветущий Северный Кавказ с традициями семейной ориентированности, с традициями уважения к человеческой жизни, мне кажется, может родить детский хоспис в Ставропольском крае, в республиках Кавказа Северного, где хотите, может быть, в Нальчике, коллеги мои, вижу вас тут в зале, может быть, где-то в ином месте, но почему бы нет? И последнее, о чем скажу, переход пациента во взрослую медицину. Мы очень много об этом задумывались в течение последнего года. И пропускаю некоторые нормативные акты. Хочу вам показать, чего хотят молодые взрослые. Понимаете, вот здесь тоже же конфликт. У матери одни интересы, приоритеты. У 18-летнего они другие. У врачей третьи, у управленцев четвертые. Как сделать это гармоничным? Вот одна из зарубежных работ 2019 года проводила опрос, ты вот чего хочешь, подросток, да, чтобы у тебя произошло после перехода через 18-летие. Значит, смотрите, как это перекликается, Диана Владимировна, с тем, что было в вашем опросе. Последняя строка «не ждать». Помните своевременность помощи, да, вы вот, ну, откомментировали. Люди с тяжелыми заболеваниями все время ждут медицинской помощи, лекарств, консультаций, заключений, продвижения бумаг, разрешений на госпитализацию, как это тяжело. Как эта народная пословица говорит, догонять и ждать два самых неприятных состояния человека, да, они устали ждать. Они хотят, чтобы в них видели людей, а не диагноз. Они хотят по возрасту иметь личные отношения, иметь возможность учиться, может быть, даже трудоустраиваться на дистанционную работу, да, кто может. Еще они хотят, чтобы с тобой разговаривали, не командовали. Слушайте, ну, каждый из нас может подписаться под этим перечнем желаний. Вот как сделать, чтобы материнский диктат хронического пациента, матери хронического пациента, чтобы он не искажал принятие решений, потому что мы очень много получаем инициатив от Варди, от многих других пациентских сообществ, когда матери говорят, мы считаем, что нужно вот так и так и так переходить через 18-летие. Мой ответ всегда, вы спрашивали дееспособных 18-летних, они хотят так, как хотят матери? Может быть, мы им напомним, что они граждане, у них может быть самостоятельный выбор, если они являются дееспособными. Мы вот работаем в этом направлении, и я думаю, что через 1,5-2 года у нас будет более зрелая позиция, чем сегодня в отношении перехода через 18-летие. На федеральном уровне сегодня нет четкой алгоритмизации, как передавать пациента во взрослую сеть. Мы передаем документы, но мы очень часто не передаем живых людей, да? Вот, пакет документов-то мы фабрикуем, а что при этом дальше происходит, это второй вопрос. У нас очень большие надежды на опыт Санкт-Петербургского хосписа для молодых взрослых, так они его назвали. Это исторический особняк в городе Пушкин, в роскошном, ну, таком историческом массиве парка Царскосельского. И там прекрасный внутренний интерьер, и они хотят и наверняка смогут разработать основные форматы работы с людьми, которые являются пациентами в диапазоне 18-23-25 лет. Мне нравится, когда у меня получается. Вам, я думаю, тоже нравится, когда вы достигли успеха. Надо четко понимать, что к нему ведет. Мы не можем работать на одном крыле только педиатрическими силами. Нам нужны междисциплинарные люди, волонтеры, психологи, социальные работники, духовные лица. Мы в паллиативе работаем не только в белых халатах.
Нам нужно знать, что такое сегодня в международной медицине человекоцентричность. Нам нужны клинические рекомендации, мы хотим грамотно оказывать медицинскую помощь, и нам нужно следить за своевременными изменениями в нормативной базе. Вот. Можно еще очень много об этом говорить. Но я вас приглашаю вот этой кисточкой рисовать красивые картины, потому что через нас, через наши усилия, через наши руки, через наши сердца приходит к пациенту то, чего он ждет от обстоятельств жизни. Пошло второе десятилетие этого процесса в России. Оставайтесь, пожалуйста, с нами.